Коронавирус, январские события, международная турбулентность. Первая пятилетка президентства Касым-Жомарта Токаева выпала на непростое время. Такое мнение выразил мажилисмен фракции «Манат» Марат Пашимов в статье для издания «Литер». Депутат подчеркнул, что все это время глава государства был и остается вместе с народом, реализуя социально значимые, масштабные и важные инициативы и реформы, которые коснулись каждого. В материале подробно описаны все знаковые моменты в жизни страны за прошедшие 5 лет. В заключение Пашимов пожелал Токаеву дальнейшей успешной работы во благо Казахстана и всего народа. Повторюсь, все не перечесть, и к хорошему мы быстро привыкаем, забывая о том, как нелегко все это давалось. И общество смотрит на все проделанное, на все с позитивным отношением к будущему. Для себя отмечаю, что все это еще делается и для нашего и будущих поколений, для будущего наших детей, чтобы они жили в обществе, где верховенство права и прав человека, закон и порядок, где принципы равенства, справедливости стали непреложной аксиомой нашей жизни и реальностью в будущем.